No. Я жонглирую. Меня призвал Джоан и Никони. Я спрыгнул в лаву. Причем я еще раз бег такой взял два раза вокруг себя, вокруг своей оси пробежался, а потом сразу бег туда. Пусто. 12 seconds later. Блин, бедный Вумбус. Он так хочет пройти демона с половиной, но ничего, судя по всему, не получается. Ты призываешь? Нет. Кто на этот раз? Не знаю. А, ты. Да видишь, не я, одет как по-другому. Ты что делаешь? Ты угораешь, что ли? Так, стопа. Я просто еще немножко покуриваю нервно в сторонке. Женя! Я два раза чуть не упал в пропасть. Блядский самурай! О, ящерица! Я не смог убить ящерицу. Я обманул рыцаря, но ушел вместе с ним. Так, в баню обычно ходят с веником. Вот эта херня похожа на веник. А, блин. Так, какая херня похожа на веник? На веник. Похож на веник? Ну, блядь, это больше на ёршик для туалета. А вот это... Блядь. Это чесалка для спины. С легким паром. Ага. Блядь, я скинулся в лаву, блядь. Случайно. Подарил чуваку человеческую фигуру. Да ёбаный, блядь. Это знаешь, Рикардо Милос сует в камеру, вот, типа, на, да, человеческая, да, фигурка. Лакса. Лакса, хилякса. Лакса, хилякса. Это мёд из террарии. Вот так бы всегда. Откуда? Сталкер? Да. А, это Сидорович! Да. Ты бы еще консервных банок собирал. Да. Большая секира. Большая секира, черная рыца. Твоя секира такая большая. Черная рыца. Не черный, а афроамериканский рыцарь. Afro-American boy? Afro-American knight. Ладно. Блять, я в одну сторону чуть не упал, короче. И в итоге... упал, сука. В чан. В чан к скелету. Ты посмотрел на его участь, и она тебе это самое вручила, да? Да я еще шел так, знаешь, аккуратно, блядь, что пиздец, и типа не упал. У тебя я когда шел, я... Все было легко. То есть, как это, бы, да. Это как с этим, как с понтификом. Такой транслокации, ребят. Ты меня сейчас на лифте подними. Мне так больше нравится. Но нет, я не успел. Успел. Успел? Ладно. Да. Женя, нет! Женя! Что, что, что? Я думал, ты меня наверх поднимешь.
Так, а вот сейчас надо оружие поменять, потому что эта херня неудобна. Да я. Блядь. Ты чё, блядь? Неожиданно. Я охуел. За мной! Сюда! Ты идешь? Да, вот сюда. Я сейчас вернусь. Кстати, где-то можно спрыгнуть, что-то получить за это. Пизды? Да, вот здесь. Ты уже убежал? Нет. Это не Лотрек. Откуда ты взялся? Нет, ну конечно, как здесь персонаж бегает, меня прям, блять, калит нахуй. У него здесь такое телосложение необычное. Телосложение ты сам играешь, челик, или ты не про это? Я про... Я про телосложение именно как раз таки... Анимации? Типа... Вот, скелет тела. Именно скелет. Скелетов мы только что поубивали, чувак. Ты меня понял. Эле Майнати. Нет! Я не хотел его призывать. Черт. 15 минут будешь побегать. Да, пускай побегает. У чувака какой-то щит из драконьей жопы. И палаш. Я забыл, как это кольцо выглядит. А, ну такое с рунами нарисованными. А в этом кольце только Роб Коварея призывать. Ну он с биноклем. Бля, было бы классно, если бы... А, его ж сюда можно призвать. Да? Да, но не нужно. Типа, если ты его призовешь, то... Вот те драконьи пидоры, которые наверху стоят, понял? А. Вот эти вот в линию, когда ты типа говоришь с этим, ну, перед тем, как говорить с главным драконом. Вот. Они тебя пиздить начнут, если ты его призовешь. А. Типа, его здесь не любят. Он такой прибегает, короче, они. Начинает лаять на них. Он давай их рассматривать, короче. Они такие. Мы здесь таких, как ты, не любим. Погоди, ты серьезно, что ли? Да, он, если его призвать. Но он их смотрит с бинокля? Ну не знаю, смотрит или нет, но они агрессивными становятся. Да где Женя, блядь, ты где? Ой, я думал, я падаю. Никогда себе ты заорал. Ну я что-то бегу. Мимо моста промахнулся, я думал, все. Чё, в смысле? Где урон? Опять ломаная ящерица. Сука. А вон еще ящерица. Опять ящерица была. У тебя какие-то неправильные ящерицы, они дают неправильный титанит. У меня вторженец, я не могу использовать старое перо. И я на сраном квадрате посреди... Не знаю. Давай это. Приложение. Проблема в том, что я не мог юзать ни один лифт. Понял? Ты видишь игру? О! Евгений! Ты видишь игру? А! Он сюда пришел! Ты это видел? Ты его скинул? Да! Ты это видел? Красавчик. У тебя игрок показывается? Да. Я только разворачиваю игру, он мне падает на голову.
Ну, подожди, вот это место знаешь, как сюда выйти-то? Я мог тебя поднять, если бы я был не фантомом. А, это так работает. А может там луком надо как-то выстрелить? Да, можно. Ну, я ж не здесь знаю. Здесь все кнопки, ты луком нажимаешь. Ой! Короче, смотри. Смотрю. Мне так же делать? Да. На чувака. Там чел поднялся. Просто неважно. Ты это видел? Я это видел.